19-летний Григорий Борисенко – выпускник клубной академии «Локомотива». Атакующий полузащитник выступал за команды разных возрастов. В сезоне 2020-21 игрок дебютировал за молодежку. В М-лиге Борисенко сыграл в 15 матчах, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. В этом же сезоне в матче против Читы вингер впервые сыграл за «Казанку». Текущий сезон для Григория получается еще более успешным. 26 октября полузащитник отметился дублем в ворота владимирского «Торпедо». Эти голы стали для него первыми в составе «Казанки». Борисенко стал привлекаться к тренировкам основного состава «Локомотива». 20 ноября в матче против «Ахмата» Григорий дебютировал в российской премьер-лиге. А уже через 5 дней сыграл против «Лацио» в Лиге Европы. Перспективный вингер пока выходит на замену. Но уже после зимней паузы Борисенко наверняка поборется за место в стартовом составе.